это да. Комендант ничего не решает. Я говорю, мужики, такое дело. Два дня, как говорим, маловато будет. Уже спим на бетоне, елки зеленые. Помогите, они говорят. Мы говорим, чем можем, поможем. Вот они нам две комнаты пустые дали, сразу по 16 там устроил. И еще там по два, по три человека еще так. Устроил кончик еще этих кировчан. Так что нормально, сегодня тепло хоть будет спать все. Сейчас поставили снова коробки, но нам тоже, наверное, сказали, да? Нет. Ну мы здесь, у нас здесь. Куликов был, сказал опять выставить. В том же порядке, что вчера ставили. А мы здесь стоим. Улетел, что ли? Улетел он сейчас, Куликов. Уже? Он не улетал. Сейчас улетел, на вертушке не улетел. На вертушке улетел этот. Как он? Наш Камиров. Камиров улетел. Ну, мы провожали. Тогда виноват. Просто же мне кировчане сказали, я сам не видел. Не, мы провожали Тихомиров. Он один улетел. Но тем не менее, он сказал, что выставил. Бетеры, значит, водитель, наводчик и командир. Я в курсе, Ну, поставь. Да не имею в виду, сколько времени торчать, как неизвестный комитет. Ну, так больше новостей нет. Ну, про пятую комендатуру, наверное, не меньше меня знаете. Больше слушаю, подслушаю. 1-200 и двое раненых. А чем ТСКМ у них 200, да? Ну, я не понял, кто. ТСКМ, по-моему. Вот, сейчас. На 22-ю, буре 22-ю, помощь пришла. Туда, значит, колонна вошла. Мостовая. Да, войсковая колонна. Значит, на речи. Ну, пока все. Не знаю, сейчас жду, может, на совещание пригласят. Из города. Там он их собирал. Куликов-то. Всех комендантов-то. Ну, у них там толпа была вообще уже. Может быть, у коменданта в этой комнате там не пропихнуться было. Генерал толпу и колонны. Ну, ладно, братья славяне. Сидим, да? А вот они. Ты как Куликов пойдешь? Ну Куликова-то меня не позовут на совещание. А Вадик, да, комендант Чечни, должны пригласить. Давай, вчера, по крайней мере, приезжали. Ну, давайте, я за наш фест сидем. Давайте, за нас, ребята, за себя. Разберем это. Там гостиница, хоть вода есть. Вода, душ есть даже. Кошмар. Туалеты. Ну, конечно, уходит там в подушку. Давайте разбирать. Юрий, пойдем. Браток, тут приходи. Ну, тут налито. Тут все. Я все разлил. Тепло у меня, пацаны, тут разделить. Впервые за трое суток. Ну, хоть с ними там поговорил. Вспомнили. Оказалось, что я служил там один из них. В Дом обороны. Входи, смели. Вот, возьми, не будешь. Я уволился в 2019 году. Ну, вот вот еще есть, там, как свободно. Забор стоит, я еще на Серега, елки зеленые. Нет, лица не видел, мы подошли. Я подошел, снял Серега, елки зеленые. Вы как раз после вас. Герой поэми Русавели видит в тигровой шкуре. Мы трижды оставались. Сейчас скажу. Вытащили, вот первых мы вот забрали, Бажина забрали. Ну, все уже, 200 было. Потом солдатика забрали и Сережку Маслова раненый был. Южный хвостик. С кургана. Пацан. Потом снова туда сунулись. Еще троих вытащили. Потом пришли, когда вот этот Сашка был, умрел на 7-м. Он говорит, вытащили, что смогли. Раненый есть, нету. Стали там, постояли. Когда еще клен один дарал, что я к вам через 13 минут прибуду. Нахрен ты нужен. Типаги. А с этим переговорил. Здесь сизм уже. Ну а 7-го, тут условно, ребят, хорошо, что так у нас все сошло. Но вот пацаны говорят, вы на нас выдавили. Но дальше нам было пройти там, что мы же ничего уже не знали. Дальше мы сунулись на 6-й. Ну, на 7-го числа. Я говорю, да мы их выдавили. Они же бегали. Вы же видели? Мы видели, мы по ним стреляли. Да. Мы стреляли. У меня бетер прошел еще на 100 метров дальше еще туда. Дальше. Я пацаны четверо прыгнули, что-то проверили. Ну, он сказал, что где-то Женя Роткин. Курганец где-то лежит. Ну он лежал прямо на перекрестке. Говорили, не нашли его. Ну как по рации говорили, он должен был вот подать. Они сказали, что он в развалинах.
Мне пацаны четверо выскочили на БЗ, еще 100 метров дальше церкви. Прошли там, ничего нету, они вернулись. Вот этот, мой БЗ вернулся. Они говорят, там никого нету. Тогда мы БМПшкой сломали забор, пошли в этих фермиков. 7 человек мы сразу себе в броню загрузили и вывезли. А у нас тут там прям на руках умер. Ну, я видел. Это первый бета. Да, ну, здоровенький такой. Он нашему черт. Посмотри, что пульт ездит. Сережки он этот, у которого рука, где пол, ну, еще бинтовал. Мы это перемещение там видим, там внутрь будет дальше, мы полезли, за ним меньше. А, народу было мало. Они ты понимаешь, что нас спасут, что у нас были танки. И это чисто психологически, там, они же разгромили. Противника не было. Их не было. А то, что ушли, да, вовремя. Нас спасло, согласен. Просто говорю, вот их немножко шуганули танками. Вылезли где? На шестом, на восьмом. Их выдавили просто. У них другая задача была. Они задачу на месте сделали. Дело ушел. Там, прикинь, потерь. Не, ну, то, что мы должны делать. По седьмому я вообще хуею. Там, где вот мы заняли позицию, там никого не было, да? Это такая позиция, пиздец. Там все простреливают, все просматривается. И над блоком, чтобы там никого не было. Дураком надо. Вот именно, понимаешь? Ну, сразу там, блядь, доставить пулеметы и все. 6 числа надо было кому-то, из командиров. И вообще над этим блоком надо было иметь там позицию. Вот здесь расслабуха царила долго. Вот даже, допустим, в Гоше, да? Когда мы сказали про план крепость, вот как тебе в тот раз, нас тоже так же насмех подняли. Да вы что, да туда-сюда. Мы говорим, так, извините, я понял, говорим, если блокируют, извините, кто было, что делать? Я сколько, 3 дня назад сказал, что с первого дня мы когда приехали. Ну вот сейчас началось это, сейчас я вспомнил. Когда-то я сказал назад, Юрий, когда 2 дня назад сказал, что надо брать, да? 40 человек гарнизон ставить. Игорь мне говорит, канистра, куда ты нахуй лезешь? Даже не стал тебя предпринимать к этому делу, даже говорю, командир, скажу, блядь, вот так отстрелять. И без людей говорю, Лёх, командир, понимаешь, что, блядь, чисто, блядь, за твою идею не выдавай, правильно? Говорю, надо институт возьмите, 40 человек обставите, пару, блядь, поставьте, 40 ОМОНов поставьте, и вы, блядь, купите патрулер. Ну, и это закончилось с тем, что мы это просто там засаду выставляли на... Ну выставляли нет, на засаду. Это уже... Нет. Это уже после этого, я говорю, заплатите, говорю, здание, ничего, ну... здание. Заплатить, мы говорили с самого начала, Юрий. Да, и трассу будет контролировать полностью. 40 человек опасались автоматами, с пулеметами, блядь, с ТГСами. По крайней мере, подходы к ГОШу были бы нами контролировали. Что там делать? Что и требуется? Чтобы взять ГОШ, там было 20... Газета. Нет, а когда кладешь под эти молоточки? А сколько ты будешь разбираться в той позиции? Там китайские? Сколько комнат? Позицию ходи, меня запрошены. Встречали тебя? У меня с ними роляем. Постоянно убивают его кулак. Нет, жена. Ты знаешь, что еще убивают? Вот. А ребят положили. За что? За то, что вытаскивали приоткуты. Хорошо, святое дело. Но почему, когда наш вытаскивали, нам никто не помогал? Почему СОБР везде каждый этой затычка? Че, камикадзе, что ли, елки зеленые? Так и было. Специальное отдел быстрого реагирования. Спецназ офицерского состава. Ни много, ни мало. Что можем, делали, не трусили, не танцевали. Обидно, гораздо. А вот кто-то нас будет. Ребят только положили. Кто-то нас будет. Они тавр. Это сегодня мы подсчитывали. Извините, я перебью. Смотрим, мы сегодня подсчитывали. 29 человек только по нашим. Нет, погибло. 200. Ну, да, типа вы если когда в морг. 22 здесь только лежит. Сегодняшним? Да, 22 здесь. Это по журналу, я сам смотрел. 22 здесь. Вон со мной вытащили все. Четверо невыточены курганских, невыточены. Один сгорел в БРДМке. Вот я не стал забирать. 27. Да, 27. Потом... На пятом поясом. На гадоре там кто-то еще. Ну, умер. Вот еще 28. Ну, что уж я посчитал. Еще один. На пятый, по-моему, с СКМ был. Нет, там...
Юрич, там еще один, они кричали, он говорит, раненый, говорит, он говорит, потому что СКМ искал своего шефа, того не было, он говорит, вы что, ёб твою мать, не можете помочь, нахуй, хотите, чтобы у меня было еще больше 200 здесь? Правильно, потому что у него два раненых, кому он? Ну вот сейчас, смотри, еще два собраться, Пермяков, опять же. На 15-м в лоб посуду застряли. Ну они нормальные там. Ну нормальные, но ты извини, они застряли. Полезли. Сегодня же. Там главное, смотри, там потери берут. Обычно там убитый к раненым. 3 к 1 идет. А это, блядь, 1 к 1, блядь. 30 раненых, 30 убитых. Там их добивали. Добивали, то, что вот эти вот сутки. Да и за ночь умер здесь. Да вот, ребят, вот целый взвод, да, сам все хуйня. Вот здесь полотенце. 13 человек у них пропало все. 4 человека осталось. Сейчас смотри, водный отряд. Ну давай так, считайте, у нас было 197 человек. Водный отряд соболевал 197 человек. Вот, считай. Ну, 60-70, отними, сколько остается? 120. Ну, 30% кидень маме. Ушло. Да. Не считай сопровождающих. Да. В нашей системе. Не знаю, насколько верили информации, якобы сказали, что в Моздоке 3000 стоит войск, 300 ОМОНов. ОМОН стоит. Да, и 230 соболей. Это вместе с водный отряд. Там ОМОН, соболей, ЦНУ. Это московский регион, там выкатили они всех. По тревоге подняли. Да. Герой, в чем дело? Я когда был в Моздоке, там они уже были сидели. Тут дело в том, что в Дагестане стоит наш суперотряд. Собрался. И где-то Ставрополь. Из этих событий последних. Держит два отряда. Организации нет, бардак. Бардак, команду. Ну, у них, в принципе, сейчас он правильно вычужание мыслит. Он сейчас хочет что сделать? Со всех комендатур вытянуть на ГУОШ, да. Бить колонну и просто уводить. Ну, понятно. Навсегда. Они по одной короткой бой, братан. Хорошая мысля приходит постоянно. Мы сейчас уже машины выводим сама собой. Уже поздно. По одной машинке, коробочке, бой не бордать. Или кулаком, или вообще не бить. Ну, если сейчас федералы помогут, то мы ребят выделим. А ты сами пойдем. Если бы до КБ для нас еще раз и грибы. Организации нет, порядка нет. Кардинал приехал, начали стрелять. А куда стреляют? Эти ну там якобы им дали какие-то там точки, вот они сейчас гаубицы накрывают. Слушай, да. Мы сколько по этим, зачистка по этим точкам едем? Да. Стрелять-то начали, когда Поляков приехал. Да. Я чтобы он слышал, дорогой, когда он здесь сидит, я баба, блядь. Кому-то же ордена надо получать. Что здесь война, здесь неспокойно, доказывает. Ну, кстати говоря, твоя прошла информация. Да, прошла. Один раз, а потом все. Кто еще будет, парни? Кто еще будет? Прошло и кроссоверы прошло, все прошло. Прошло. Да, и, кстати, показали какой-то видеоматериал. Да, да, говорят, куда. Но, а вот какой, я не знаю, там не видел. Да, там еще где-то. Нет, у меня вот. Да, сказали про кроссоверы. Я налил аэропорт. Ты знаешь, мне бабачил, с тобой гонки.